С правой стороны идите осторожно, чтобы ловушку не активировать. Тут же у одного танка. Да. Два. Фласки будут? Да, фласки на ДДшников. Подходите к Ромбику. За СПД подходите Гарема. За ДД к Ромбику. За ДД к Ромбику. За ДД к Ромбику. Ромбик, не звезда. У звезды Утя. Убираете? За СПД подходите к звезде. Все, фласки больше не нужны никому. Бля, я думал, на ХП дадут. На ХП тоже могу дать. Ща. Если они есть в КБ. А в КБ их нет. Не дам тебе ничего. На СПД, кому еще нужны фласки, трейд звезде даем. Хмурый тебе нужна? Кидай трейд. Рыбу поставил около звезды, ешьте. Скон? Нет. Прибафните павших. Чек на пул. МТ Винар, АТ Утя. Квадраты трусы. Бопу, ага. Под жопу босса встаемся. По шипам играем.
Давай, Геру. Из-под лица босса выйдите. По шипам. Никому не надо. Потому, что наделены сапоги бы взял. Не про сапоги, я про этот. Проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной... Вальдеза тебе нужно? Почему Асадон не стоит? Слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Для нашего господина нет ничего невозможного. Парни, если что, там к помощнику подходить не нужно. Да помощник к нам подошел. Кто хотел сапоги? Я сказал, я кинул ролл. Ну напиши ролл. Не тормозите. Нужен кому кинжал, кроме ДЦ? Император Шам, тебе нужен? Кому-нибудь? Вальдеза, мне потом отдашь, я тебе сниму ГП. Вальдеза у тебя почему не стоит ЕПГП? Ставь себя.
Да, блять. Все. Так, короче, если никто не будет вроде чмот, ёбаный рот. Парни, помощников надо держать. Иначе будет такой пиздец. Какой нахуй агрессив, вы согрели пол инста, и меня шотнуло. Хильте меня. Если шмот будет ролить один человек, я буду без ГП отдавать. Типа, если никому кроме него не надо. Да, блять, вы чего угораете? Понимаю. Ну, танки есть живые? Из-за что они сейчас сзади со стены вылезут? А, да? Да, они... Там полегли все? Да, давайте здесь стоять, ловить их. А, вон они бегут. За Дайгрином. Ловите. Помощника отведите от рейда. Не приведите его в рейд, а отведите. РДД сыграли по помощнику. По черепу. Котл, вставай, заходи в инст. Утя, а где ты находишься? В смысле, суманить? Меня не надо суманить. Нет, это шутка была, в смысле, акулистка суманить. Починитесь там сразу. Чопс, не едь зелень. Не спим. РДД помощнику сыграли. По черепу. Умно, пан. Отбежишь? Нет? А почему у вас трое, нахуй? Глазастик, ты же в ДД. Понял. Давай спекайся.
Бля, возьмите кто-то. Дегрин, поставь ГБ. Чё, где он? Ну, мне нужен гильдбанк, чтобы достать вам рыбку. Вот, вижу. Не обойдутся. Бафайте всех. Вот стоит рыба. Кстури, что заходишь? По пати первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Эвинар, то есть справа, Утя слева. Танчите трэш. Алиса, ты заберешь того, который сзади выходит с лестницы, да? Короче, контрольте того, кто сзади выходит. Все будет хорошо. Контроль друиды там сами знаете. Ветерки свои кидаете. Если что, помогайте хиксами там станами. Да, всем чему угодно. Микстурку. У него есть все бафы. Давайте на бафы чек, кому чего не хватает. Всем хватает, тогда пулю. Как вы смеете ступать в ну ладно. Это место станет вашей могилой. Трэш вышел. Бьем трэш. Сука, трэш. Контроль. Ух. Ведь давно кидал, а ты упал. Хмурый. А, Виби, ты в текстуру упал, окей. Сейчас будет трэш, и сейчас будет контроль. Трэш. Утя. Утя. Не тут, а трэш забирай с рейда. Друиды, залейте ману Зидуму. Контроль по глазастику дайте. Контроль, не убивайте его. Стопаем урон по боссу. Вливаемся в трэш. По боссу стоп. Давайте Геру. Геру.
За духами следим. Контроль. Захитите его. Зидум. Блять, вот и лапы смотрю. Вот, это было тебе даже скидывать. Паладину с РПГ не смеши. Ути, за 10% отдаю. Так, а забираешь? Ну, если у первого РПГ, ну, то есть, как бы, я один ролик. Ну чё, ну он ролит, он себе хочет. Ну, он просто так. Лол, у меня... Ну, ладно. Кто из вас будет за 10% забирать? Забирает, я тогда возьму себе вон с этого, с кожи, который... Что за 10%? За 100%? Почему за 100? Там же не... Что? Вару за 100? Я не понимаю, как работает. Так, не... Вар сказал, не будет брать. Ты попал. 100% это идет. Это шмотка бисовая. Понимаю. Ок. 10% идут шмотки на танка и на хила, кроме триник на танка и на хила. Понял. Это шмотка крутая. Да, я вару даю за фул. Конечно. Не надо, блять, я вон слов с побегу. Вар не хочет. Кто? Пипипал хочет. Вот отдавай ему за фул. Всем здорово. Привет. Ролите это? Добрый день. Вот это можно за 10, потому что носят обычно сетовый кусок. Это берут там то ли в PvP, то ли где, я не знаю. Никому не надо. За 10. Пипипал, ты забираешь за сотку? Это 10% на танк. За 100% ГП. Говорят, нельзя так кидать. По ЕП, да. Бля, я не успел шлем пароль. Ты пипал забираешь через 12 или нет? Быстрее! Не тормози. Вы где? Ему же на второй спек, камон. На кораблях. Он же... Вы серьезно? Угу. На второй спек за половину. Вообще не понимаю, такая тупая система. Если шмотка никому не нужна, то за 100%. Ну твои проблемы, раз не успел. С микстуркой поговорим. В смысле, вы там, блядь, про эту шмотку все решаете, нахуй. Так, в чате это не решаем. Поговори с микстуркой, он забрал. Кинь ролл, да и все. Да чё говорить? Да я кинул ролл, да чё говорить, смысл? Вот микстурки скажи.
Да не буду ничего говорить, похуй. Ты танчишь сейчас? Да. Микстурка, ты тут? Да, что? Чё, ты дашь ему шапку эту? С меткостью. Кому дать? Ну, давай, да. У тебя вот этот, он 94 кинул ролл, он хочет танчить. Пусть танчит, пожалуйста. Ты-то в Геру хочешь, с Геры заберешь сразу нормальную шмотку. Вы серьезно поставили ЗЛК 25 обычку, блять, на 18.00, да? Да. Я еще воскресенье. Нахуя, ну окей, пособираю осколки полчаса. Ой, полгода. А, ты к 7 пришел. Обратно, нахуй. О, господи, какой ужас, нахуй. Осколки не полутают. Ну ты можешь вообще ебало закрыть, нахуй. Да подожди. Тебе никто, блядь, рот не открывал. Подожди. Так, кто может... Тебе нужны рейде. Осколки? Давай я тебе место дам. Кто может уступить в рейде? Есть такие люди? Кроме микстурки еще кто-то мастер, есть? Мастер, плюс. Тут не пало, не падало осколков с этих двух боссов, если что. Осколки не поют. Только я туда за шамана на профа, короче, зайду, пустить и налеча рогой. Все, давайте. Ставьте шкаф, смоньте его там. Мастер, я думал, ты в Польшу уехал. А я забыл. Я забыл, что он к 7 приходит. Сейчас вот тут как раз 7. Можете кикать, я туда виклик сделаю. Когда будете на профи, скажете, я за хила зайду. Мне место надо будет. Че, царь забил на лов? Он не в деле. Отравился роллами. Ну вы издеваетесь, сапоги в натуре РПБшной отдавать паладину? Это бред. Так никто не ролит больше, камон. Ну тогда отдавай за 10% какому-нибудь вору, если не ролят. Это бред, паладину на РПБ. Ну это реальный бред. Ну как раз воры не ролят, им не надо, значит. Узики надо? Конечно не надо, не хват 200, блядь, ГП. Знаете, за 10% у тебя. Ну что, сегодня пульнем или еще часик посидим? Пуляйте, чё вы? Или только РЛ может пулять? Чё вы, а на ком сейчас? На танком... Смонили? Я уже? Авинар, летаешь туда, у тебя здесь остаешься. В пушках... В пушках... Блять, сложно. Шарпестул... Котлас... Чопс ДК и Дайгрин. Вы видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Нормально играешь. До сих пор не знает, что контенту 11 лет или сколько там, 10. Мурадин кливает, и прыгать нужно другой корабль с левой стороны, не с правой. Но корабли на цирке где-то появились в 13 году. Или 12-м. Короче,
Я в другую комнату перепрыгну, скажете, куда она проходит. Может, быстрее будете убивать? Не открывайте сундук. Ребята подойдут, тогда открываем. Заходите в инст. Ну, ждем тебя. Нет, пока еще не на парашюте лечу. Ну ты сними его. Вот он спал. Я сдох. ГЦ. Как сказал агент Смит, не с чем. Так, смотрим. Далее. Да, далее.
Так Далин тоже на первый спек. Далин сейчас хилит в этом рейде. Когда ему надо воля, у него мейн, блядь, код нахуй. Когда насчет, блядь, ну, если он в коте играет в рейде, значит он... Так он написал, что на второй спек. А, он написал на второй спек, тогда отдай... Электрошан, ты попал, на второй спек. Электрошан... Ты попал, отдай счеты. Я сейчас поменяю буквально. Ну и почему за 41 гп? Ну, по шахилам идти за 10%. Тринки за фу. Понял. Да. Все вас правил. И... Как сложно. Кто у вас плащ ролил? Сомалийский. Войд, сомалийскому на второй спек за 50%, правильно, плащ? На первый. На первый за 100. У сомалийского вроде первый протик. Сомалийский, быстрее, быстрее. Запустите да, босса. Да, да, на второй я с удовольствием бы тачку просто не даю. Нельзя, рел только запускает, запускает. Понял. Я думаю, сколько будет 275 разделить на 2. Сто 37,5. Ой, че я МД. Да-да, правильно. Дайте рыбу, пожалуйста. Поставил. Ты отдал тринкет, тебе попало? Ты попал, я тебе фул даю. Мой мальчик погиб. Так, для справки, для хулипала говно ты. Для справки она все, для всех такая себе. Она для всех такая себе. Я ее на Эрдру вроде носил. На Эрдру тоже такая себе. Она слабая тренер сама по себе. Лучше брать ману реген какое-нибудь утешение, даже обычное. Это тренер почти не прокает. Это тренька для быстрых боев. Тишение для долгих боев. Тренер для... Ратруне нужен мана регион. Я попал, давай сюда Трине, после босса разберемся. Давай быстрее, ты попал, давай, 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 давай. Не успеет. Трэш бьем. Фласку забыл иногда выпить.
Давай сюда. Что, открываем вот? Да, открывайте. Жесть, конечно, хмурый. Ой, Волька, блядь. Заебал это Воля каждый раз падать? Нихуя она не заебала, пока у меня ее нету. Ебаный стыд. Дайте мне Волю. Кому она вообще нужна, блядь, бесполезно. Клокачу, блядь, одному единственному, блядь, да. Дайте, умоляю. А, клокач газа, уже умер. Вы знаете, как он, типа, когда я в гильдии была в этой прошлый раз, клокач вообще хуй забивал на рейды, не ходил, а я вернулась, и он... Ну, вообще, у Чопс ДК выше приор, чем у клокача. Чопс ДК, по-моему, твинк. Я ему пинял. Нет. Он уже не твинк. Завоеватель он. Ну, я даю по приору. Чопс ДК 1033, клокач 9,7. Я бы дала три его имена. Клыкач. Что? То, что Клыкач ходит с нами в ЗС, а Чопс не может с нами ходить в ЗС. Думайте сами. Ну, Чопс больше приор. Чопс, тебе нужно? Еще, а то или в Нусрей, да. Чопс. Ладно, я не люблю. Я угрожаю. Чопс, тебе нужно Чопс или Клыкачу отдавать? Все, отдаю тебе. Я бы Клыкачу отдала. Паролу без ГП. Ты когда закрыл ЗС? За 6 ни одного нету в рейде. Только еще фласку-то ебучую забыл выпить вначале, нахуй. Пиздос, под конец футбол, нахуй. Там осколка не было, да? Варшок, ты тут? Да. Как у тебя имя? Егор. Хорош. Спекните что-нибудь в танк отойти надо срочно. Void Defender 130, кровавое чудовище. Чё? Какое 130? Чё это? Это 130 урона потрошил. Дамага, а не хана. ГП, нахуй. Стой, помнится мне, что в прошлом ЦЛК ты ГП давал за то, что нет урона потрошил. Это не он давал, Тёма давал. Тёма давал. Ну, если я увижу вайпы здесь. На... как он называется, на сурке. Я его ни одного вайпа не видел. Вообще, он... Клыкач, 52 тысячи. Ну окей, значит в следующем рейде никто не ливается трэш, вообще никто. Гиви 52 тысячи. Гарема 21 тысяча. Мобы вроде как должны бить там по 30 тысяч. Или по 40, когда они вырастают. Они, по-моему, так тут не бьют. Не должны ваншотать, не должны танком пул хп сносить. Тысяч. Бокрус 27 тысяч. Единственный нормальный фури, который я вижу тут. Кто? Глазастик. Рекаунту. Дар героя, кружадность. Мася, сколько у меня ДПС?
Ты кто? Шарпистол. Какой-то нонейм, понял. 12895. Не, что надо. Хотя бы не 10. Где Турбо, где царь? Царь был в гильдии. Когда? Вчера. Вчера в рейде на... Ебать, лагает. На грул магик. На грул магик. А, еще и хуже налево внесли в час, да? При том, что его тоже мутили, да? Ну, короче, царь зашел, типа, дал плюс, сказал то, что хочет чисто поугарать с того, какую войд несет ересь. Войд дал ему мут, и он ливнул с ниги. Класс, красавчик. 12 канает. Котлас, красавчик, 400 тысяч надамажил по трэшу. Вот это красавчик. Вар, отойди назад. Или кто это? Даже не D3. D2 от 6 до 8 к ДПС. Чуть ли не D1, прикинь. 6200 у меня. Мне что, дали D5? Да. Ну ты 12800 дал. Вар, забери собаку. Я уже взял. Вар, встал? А, все вижу. А можно вопрос, что такое D5 там? Это ранги. Смотри, заходишь в Discord гильдия, и там есть вкладочка ранги войда, и читаешь. И там все написано. Это для вас никакой важности не представляет. Эти ранги, циферки, буковки сделаны для рейд-лидеров. Для вас это ничего не означает. Можете, конечно, прочитать, что это означает, но на это будет смотреть. А еще можешь задиспелить 5 хилов в пате. Я с ним 20 секунд стою. Ты определись. А ты сейчас унизил паладинов, да? Не, о том, что только паладины, либо прис... ДПС или что? Я правильно понимаю? Да. Понятно. А плюс Т это трэш, так понимаю? Плюс это за хорошее, за то, что хорошо знаешь свой класс и вообще красавчик. Где если плюс? Вот есть Д, говорил. Но в фурике надо знать хорошо класс или кнопочки две кликать? Вообще-то надо знать. Если есть, например, D5 и D5 плюс, то D5 плюс более вероятно возьмут в рейд, чем просто D5. Ну просто вы замерили плюс на своего фанги, ну хоть.
Во-первых, ранги проставляются как раз таки на Сурафане, потому что это манекен и единственный босс, на котором можно нормально замерить ДПС. Поэтому именно на этом проставляются ранги. Кому-то не нравится, можете пойти нахуй, либо же, как вам так сказать, легко, можете просто это обжаловать ГМ гильдии. Смысл? Это ничего никому не дает. На ранги смотрит ТРЛ, который собирает рейд, вот и все. И без этих рангов... Войт выиграл ленточ. Да? Ничего себе. Вот это да. И теперь с ленточкой. Куплю за 2к. Продам за 5к. Нет таких денег. Ловушки все активировал. Скидывайтесь. Да это Санина ленточка это. Вот именно, Войт, зачем мне это нужно? Ну, чтобы я был крутой. Ё-моё, тут какие-то кости валяются. Чё это за мясо с костями? Это от меня. Папа, я... Пусть большого, давайте сразу большого убьём. Большого убиваем сразу. Этого? Да, да, да. Смотри, я почему-то лежу, ё-моё. Так, я так и не разобрался, до сих пор стоит 3 не из кораблей. Хилы, хилы, кто меня слышит и кому нужны счеты Алтора на мейн спек за фулл ГП, ролл, пишите в чат, или плюс, или ролл, что угодно. За фулл ГП, триня, хиловская. Кому нужна? Никому не нужна? Ну, паладины носят на интеллект. Он не хочет себе за фулл ГП забирать его. Это помойная триня, я сразу говорю. Мое мнение. Ешьте рыбу. Ты в ДД. Вообще никому не нужно. Пускай за 10 ролят. Ролят за 10%. Кто выше КПР? Хилы. Че, уже никому не надо? Вот дали нам, давай. Он выше по ИП. Пипипал, дай трейд Далину, я дай ему триню. Просто у меня такая уже есть, я не могу ее. Он выше по ИП, чем ты. Да, Пипипал. Ну, я имею в виду то, что я не могу забрать, чтобы у Пипипала, чтобы Далину надо. Короче, отдавай трейд. Далин. Это триня нахулипала говно обоссанное. Я не буду что-то его рассказывать. Ты хочешь хулипала собирать в СПД? Так и нормальная тема. Навальный. Давайте поменьше спорить, побыстрее идти, пожалуйста, умоляю. Так мы здесь на 3 часа будем зависать, если не больше. Уже тут час. Ну вот.